Традиционная акция ГАИ направлена на информирование водителей о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и на то, чтобы подтолкнуть брещан к использованию альтернативных способов передвижения – общественного транспорта, велосипедов, электромобилей, самокатов. Сотрудниками ГАИ совместно с представителями Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в рамках Всемирного дня без автомобиля проведена профилактическая акция. Стоит отметить, что в среднем на одного брещанина приходится два транспортных средства. По состоянию на 2023 год на территории Брестской области зарегистрировано 786 312 единиц транспортных средств. И это стоит учесть, что это только зарегистрированный транспорт. В эти цифры не входит транзитный транспорт, а также автомобили гостей нашего города. Проблема загрязнения атмосферного воздуха ежегодно обостряется в связи с резким ростом парка транспортных средств, суммарной мощности двигателей, расхода топливных и энергетических ресурсов. Наиболее вредное воздействие транспортной системы на окружающую среду в целом и в атмосферный воздух в частности оказывает автомобильный транспорт – 80% от всех загрязнений. Для этого и проводятся замеры выбросов автомобилей в воздух, чтобы наглядно показать брестчанам, как их транспортное средство влияет на природу. В год один автомобиль в среднем сжигает 2 тонны топлива и потребляет 30 тонн воздуха. При этом в атмосферу выбрасывается 700 килограммов опасного угарного газа, 400 килограммов диоксида азота и прочая химия. Экологи говорят, что 70% вредных веществ в городах приходится именно на автомобильные выхлопы. Присоединяйтесь к проведению Всемирного дня без автомобиля и откажитесь от автомобиля в пользу природы. Лучший способ отметить Всемирный день без автомобиля – просто не пользоваться своим автотранспортом. А тем водителям, что все же по тем или иным причинам решили остаться в машине во время проведения экологической акции, сотрудники ГАИ раздали информационные листовки, посвященные Всемирному дню без автомобиля. Суббота, воскресенье надо без автомобиля, а до пятницы приходится на автомобиле. Да, пользуюсь велосипедами. А вот сама идея проведения единого дня без автомобиля, как вы к ней относитесь? Нормально, положительно отношусь. Ну, если была возможность, мы отказались бы от этого деле. Ну, в такую погоду, да, лучше гулять, конечно. Пусть акция и проходит всего один день, но это повод задуматься и приучить себя к более частому использованию экологичного транспорта. Сохраним окружающую среду вместе. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Ремонтович, Новости Бреста.